Добрый день, уважаемые садоводы! Хочу рассказать, что делать с неукорененными черенками, когда вы их получаете, и вообще дальнейшие действия с ними. Вот смотрите, вот этим черенкам они лежат уже 13 дней у меня. Конечно, они немножко поникли, чуть-чуть поджелтели, но и срок очень большой. Зачастую черенки приходят намного быстрее. Первое действие, которое мы делаем, вот это название. Либо это в бланке номер, либо это артикул. Мы прописываем и говорим, как человеку мы отправляем. Достаете черенки. И буквально немножко, они опудрены корневином. Буквально немножко. Вот так вот подрезаете, освежаете стволик. В этом же мешочке оставляете их. Водички, чтобы они напитались, наполнились. Водички берете буквально немножко. Вот столько воды хватит. Не надо заливать полностью черенок водой. До сантиметра вот 2-3 воды в мешочке с названием вы не перепутаете. Можете взять любую чашечку и вот так вот их поставить. То же самое я делаю с другими черенками. Для того, чтобы они в посылке у нас не переворачивались, мы их крепим. И чтобы они с разных сторон были. То же самое делаю. Небольшой буквально срез. Почему полностью я не срезаю? Вот тут вот был неделю или сколько идет посылка, был корневин. Образование колюса все равно происходит во время даже доставки. Такие черенки быстрее укоренятся, чем вы обрежете полностью. Вот второй пакетик я поставил. Пакетики открытые. Пускай они дышат. Учитывая, сколько они были в дороге. Вот сейчас они вяленькие, такие квелые. Завтра вы увидите, как они встанут, как они наберутся силы. Даже если, вот, например, с желтеньким листиком пришел, да, или подпревший, вы можете этот листик удалить. Я вот этот листик, например, пополам подрежу. Вот видите, корневин еще есть на них под углом. Все. Ставите все эти пакетики в какую-то емкость и оставляете на ночь, на часов 8-10, смотря в каком состоянии приходят черенки. У кого-то дольше идет посылка, и там больше дней нужно, больше дней она в посылке, и в итоге более квелые черенки. Им нужно больше времени для отпаивания. У кого-то совсем приходит, как будто вчера срезала. Поэтому это больше зависит от того, в каком виде приходят черенки. Надо в марганцовку, надо какой-то химикат или еще что-то. Меня частенько это спрашивают. На данном этапе ничего не надо. Лучше тогда, когда вот завтра я буду показывать, когда эти встанут черенки, я буду показывать.